Я взяла абажур, посадила его на песок. Сейчас закрою пленкой и буду обмазывать цементом. Разведен цемент 1:3, то есть 1 часть цемента, 3 части песка. И начинаем все это дело обмазывать. Ну, пока займемся постаментом. Масло растительное.
сильно утяжеление и экономии цемента. Цемент у меня кончился. Надо ехать за цементом. Вот что у нас получилось. Так. Не хочет. Так, а куда я ложку девала? Бейсболка. Раствор цемента.
крепится на этой баночке. Пускай сохнет. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, я, как всегда, вся в цементе. Вот, что я хотела вам сказать в первую очередь. Девчонки, всем все вышлю. И Диме, забыл у меня зарядку, все вышли, вышлю. Единственное, что сегодня у меня сын прилетает. Ну, мы тут, конечно, там убираемся, разбираемся, порядки наводим. И он прилетает, сказал, на 2-3 дня. Вот я их провожу. И все. И сразу поеду на почту отправлять бандерольки, кому чего. А сейчас просто, ну, нет у меня времени. Вы уж меня поймите тоже. Пробовала я сделать тоненькую трубочку. Не получается. Никак она не хочет. Начинаем. Сейчас загрунтуем сначала, чтобы она короче говоря, я думаю, раза два надо ее покрасить. Ну, грунтовать, в смысле. А потом покрасить. Доброе утро. Хотите себе вот такое кашпо, лампу?